Несмотря на сложность репертуара, древняя духовная и монастырская музыка, в Клайпедском концертном зале много молодежи. Руководитель хора Альберт Мишин говорит, что в этом плане Литва не исключение. Молодежь на концертах камерного хора Вологодской филармонии – дело привычное. Что находят молодые люди в звучании старинных псалмов и духовных песен – секрет даже для регента хора. Я, честно говоря, вот не могу как-то выделить вот так вот, да. Замечательно, доброжелательная публика, мы вообще рады и довольны очень, что мы сейчас у вас. Вот, и вы знаете, самое главное, я думаю, что в нашем деле быть искренним. Вот, и, в общем-то, знаете, когда что-то делается неискренне, это сразу же видно. Вот, и публика это видит. Главное делать свое дело честно. И вот когда вот это с первых произведений вот эта ниточка, вот эта вот связь появилась между артистом и зрителем, вот это самое главное. И действительно, вряд ли можно неискренне исполнять духовные песни 17 века. И это даже несмотря на молодость коллектива. Возраст артистов хора не превышает 35 лет. Сегодня, после концертов в Щавляеве, Сагиносе и Клайпеде, коллектив выступит перед публикой столицы. Михаил Андреянов, Первый Балтийский канал.